чистому выбросу. Поддержки, которая, с одной стороны, была очень эффектной, со шпагатом, можно считать сложной, но и выполнен не очень-то элегантно, тем не менее, по технике они свое набрали. Что ж, Любовь Илющенко и Надарь Маесурадзе. Вообще, пара такого уровня, с которым здесь соревноваться-то и некому по-настоящему. Но нужно чисто кататься. Женитьба Фигаро. В современной обработке. Начинают с акробатики прям-таки, с кубеля. Оригинально, красиво, музыкально, озорно. Закончили свою короткую программу поддержкой. Любовь Илиошечкина, Надари Маесурадзе. Красивые костюмы. Не могу сказать, что я бы стал бы слушать эту музыку отдельно от катания, но, по крайней мере, она задает тон. Если ребятам в ней удобно и комфортно, почему бы немножко так вот не поозорничать, не поазартничать. Катались чисто. Вот такой красивый выход из тулупа, затем выброс Ридбергер. И вот Надаре не скучно, когда он делает выброс. В отличие от предыдущего партнера. Смотрите, какой заход на подкрутку. Ну и вообще, они славятся интересными заходами. Чуть-чуть можно было
меньше контакта в выходе из подкрутки, но тоже хорошо. И вообще, с самого начала катание было очень насыщено различными находками, но не было пустого места. Вот вы помните где-нибудь, просто чтобы у них шаги, разбег был? Да не было нигде. Все время одно за другое, переходики, обводочки. Они уже... А что, а ты что? Да был вот здесь, а вот это... И Наталья Павловна так, тихо, мы... Экраны, микрофоны, спокойно. Тодос тоже у них был со сложного красивого захода. Немножко в начале вращения они неправильно друг друга поймали, потом сильно сместились по ходу вращения. Но... В общей сложности впечатление от катания очень позитивное. У меня вообще от фигурного катания впечатление позитивное всегда. 60 баллов они получают, 26 за компоненты, 34 за элементы. Компоненты на 3 балла выше, чем у остальных, элементы на 2 балла выше, чем у остальных. Ну, мне кажется, что могло бы быть даже и...